спортсменов. Что ж, Илья Сергеевич, далеко не уходите. Под наш бурный аплодисмент я приглашаю сюда Илью Сергеевича. Давайте еще раз. Что, далеко не уходите? Так, Григорий Иванович, можно вас на сцену? Вы знаете, у нас в клубе есть такая традиция, молодежь она, к сожалению, не нравится. Почему? Потому что в конце каждой четверти они проверяют дневники, и они у меня сдают за счет такую историю. Да, а я мотивирую, что в конце года назначен мероприятие «Ярополка», мы всех награждаем. Помощник самая, принеси дипломы. Сейчас я в каждой группе, у нас 8 групп, мы выявили победителя по результатам сдачи 3 зачетов в этом году устных. Кто-то получал 5, кто-то 3, кто-то 5 с минусом. Итак, где дипломы? Дипломы, где мои? Дипломы донесем сюда. Заходи. Итак, у нас в группе 5-6 лет за сдачу устных зачетов первое место занял Азизов Константин. Сюда на сцену. Награждает Григорий Иванович. Азизов второе место. В группе 7-9 основная. Первое место Гаврилов Артем выходит на сцену. Первое место в группе 7-9 новички. Назаров Владимир на сцену выходит. Вот сюда давай, вот сюда встаем. В одну шеренгу, в одну. Сюда, лицо туда встаньте. Далее. Грюч. Первое место в группе 10-13 новички занял Антонов Тимофей. Первое место в группе 10-13 среднее занял Челышев Даниил. Первое место в группе 10-13 основная Савитова Виолетта. Первое место в группе 14 плюс основная. Встаем туда, в одну шеренгу. Занял Мушаков Даниил. И первое место в группе 14 плюс новички занял Малухов Владимир. Всех на сцену! Так, может быть, кто-то не пришел. Так, музыку внимание потише. Так, Сабитова, в этой четверти про что вы сдавали? Какой зачет? Про Георгия Константиновича Жукова. Отлично, у нас Азизов потрясающий читает стихи. Давай, поехали. Первое стихотворение, помнишь, которое ты учил? Помнишь? Про Георгия Константиновича Жукова. Помнишь? Когда родился? В 1896 году, умер в 1974 году. Это шестилетний ребенок. На листике читал, на том. Ты не пали контору-то, что ты же должен помнить сюда. Итак, награждаем музыку нам фанфары, это у нас Азизов Константин. Музыку. Пацанчик из обрата вышел. Как? Не сфотографировались. Света, принеси еще одну грамоту сюда. Все, уходим. Давайте похлопаем еще раз.